на эту гору мы полезем сейчас. Называется Монтсеррат. Мам, тебе даже сказали, они там были, там ничего не Хорошо, позвонила и сказала, что друзья и вот это. Счет на любом месте. Кстати, мы были зимой здесь, не холодно. Вот это будет, это что поднялся, я вам в последний раз подъездили.
Вот видите, вот потом эти ехали, вот, проехали.
Так, мы добрались на самый верх. Паровозики 10 минут, крест я уже снимал, можно подойти. Горный комплекс. Здесь идет дорожка. Дорожка идет наверх, еще примерно на 200 метров. Там что-то есть еще. Как раз вагончик поднимается, два вагончика все равно вверх вниз. Понимаете, туда пускают вниз, но там уже сзади лежат. Здесь вокзал, на котором мы приехали. Попробуем, сейчас посмотрим, как там машину не съедет. Обратно мы едем на автобусе по этой дороге. Колея спускается вниз. Ну, если вниз смотреть, то видок такой обалденный. Базилики. Это здание гостиницы, здесь также можно остановиться. Здесь 19 века, само здание перестроено в 20-м. Неизвестно зачем, 19-м Наполеон разрушил здесь все дотла, просто уничтожил. Здесь основная площадь. Ну и здесь вход. Дальше пойдем тоже посмотрим. Мне 50 минут. Я надеюсь, что у кассеты хватит времени тоже. Кстати, различных святых. Все арками просто заставлены. Вот вид сбоку. Первое строение. Говорил, 19 век. Вот это основное здание, это уже 20-й. Придется немного погулять, сейчас без 20, и до 12 идет служба. И пока посетители в саму базилику не пускают, мы посмотрим их на Деву Марию. Аббат, как говорят, он тут основатель был. Аббат Улиба. Что это? Цифра 1. Например, где мы находимся? Так, время полдень. Служба заканчивается, в принципе. Должны уже все открыть, народ собирается, так понимаю. По этой скале только что поднимались пара скалолазов. И это, походу, вот здесь где-то курят. А вон один стоит за кустами.
Ну, едок, конечно. Машина не спит. Высота где-то 1000 метров. Вот здесь горный комплекс со зданиями. Будем сейчас чуть повыше, чтобы посмотреть, что еще есть. Сейчас зайдем в это здание и посмотрим, что здесь у нас. Отсюда видно всю площадь. Потом надо пройти туда. Эти арки, наверное, были у них внутри. Идет улица, внизу проходит. Тут тоже дорожка. Здесь стоят свечи. Проходит дальше. Сходили. Вот паломники, кто идет к кресту, идти минимум туда-обратно часа полтора. Так, ну что, осталось теперь сходить в музей и на разведку в ликерный погребок. Местный памятник. Будем на террасу. Посмотрим, что здесь. Скала на человека похож на лицо. Отельчик местный. Ну, посмотрим с этой точки с гор.
Robi igual que yo. Que yo era крокодильный Данди. Ну, мамы говорят, что иногда даже Марокко отсюда видно. И Марокко, Майорка. Вот тоже что-то. Часовня. Музей под нами, пойдем. Здесь он помнит, здесь не статуя. Все картины крупным планом купить не удастся, но примерно впечатление можно создать, что здесь. Русские поехали за пивом. Тексты на арабском.
какие-то, знаешь, книжки были. Про картинку читал. Гербы. Спасибо.
tiene el interior. Так, ну что? Раф Погребок пробует ликера. Посмотрим, что есть. Cette place en trois niveaux ça a été construit en 1926 par l'architecte José Puig y Cadafalch. Et la barre de bar, c'est la nuit de la Мы сейчас спускаемся сюда, чтобы не пить на год. Ну, это то, что идет дальше вниз. Че, по-моему, пора... Нам еще открывается. Начали в эти здания. Или все постройки 19-20 век. Начало 20-го. Так, нам сейчас туда, к этому зданию. Главное, просто идти прямо. Там автостанция, оттуда отъезжает автобус.
Обалденный вид. Сейчас пойдем сюда. Посмотрим, что здесь. Меж арок. Меж арка. Ну, автобус отсюда сейчас будет подходить, не поедет. Сказал очень красиво и лучше не скажешь. У каждого в сердце есть свой собственный Монсеррат. Наверное, вы со мной согласитесь. Кому не хватило времени, значит, надо будет приехать. Кто попросил о чем-то, тоже обязательно вернется. Поблагодарить будем, надеяться и верить. Ну, а сейчас отдыхайте. Если будут вопросы, потом можете перед выходом задать. Уже, конечно, сейчас я не буду, да, ходить по второму этажу. Но, тем не менее, если будете выходить, какой-то вопрос возник, то, пожалуйста. Итак, примерно через час 20 мы уже начнем наш развоз. Закончим в городе... В городе Йоретельмар. Начнем с Кали и закончим в городе Йоретельмар.